привет, привет, наши дорогие. Танютка рядышку навела чайку. Мы похождем обеда, хотим есть. И я купила пахлава. Правильно хоть сказала? Ты могу сказать похвала. Сказали, что крымская. Говорю, что крымская, потому что нам так сказали. А то буду говорить, рыба не такая, как мы когда-то ездили. Помнишь, кого мы купили? Вот угри. А там все умники, это не угри. Но я не знаю, угри это или как там сазан или не сазан. Я это первый раз покупала и не знаю, как выглядит сальран ли. Ну что, попробуем? Вот это, говорят, крымская. Это крымская. Еще вчера была индийская. Но говорит, ну ее, я даже пошла на пляж, купила, оставила в магазине. Пришли, уже там ничего нету. А мне не понравилось, да? Зато надолго хватит. Порост был вкуснее. Там такой, да, еще порост мы и бекусики покупали на пляже. 85 рублей штучка. Ну, иногда попробовать. Вообще, я видела, похвалу делают из слоеного теста. В этом, грецкие орехи, слоеное тесто. Для нас похвала, это вот турецкая, вот, которая с орешками. Вот это вот, ее делают из слоеного теста, можно дома сделать, только орехи нужны. Своем тесто у меня валяется с Нового года в холодильнике. Ну чё? Вот так надо. На. А индийскую мы не видели. Ну, не сильно сладкая. Обычно она прям сладкая-сладкая. Я нашла место, здесь вот так Wi-Fi хорошо ловит. Я здесь сижу, иногда монтирую, когда народный. А здесь вот видите даже тесто. Ну, в общем, один раз попробовали. Для интереса. И меда что-то мало. Может, меда-то и нет. Нам надо послаще. Сижок надо. Ну, индийскую, наверное, тоже не будет хватать. Угу. Так же, как печенье купили. Угу. Ой, печенье купили. Думаю, вкус. Надо было сюда хоть сореху взять. Ой, сейчас чайку. Купили печенье, а она вообще не сладкая. Он не заботится о нашей фигуре. No. Хотя же вообще не переживать за нашу фигуру они. Нам нельзя терять форму. Тут вам всех языки на плечо, как я прихожу, допустим. Машина бибикует только в Кудане. Сегодня прям один девушка, поехали. Одна мира. А я в облике морали. Нет, no, I really know. Да, Аня уже испугалась? Нет, я вообще-то обрадовалась. Так вот. Ну, я даже камеру не успела включить. Тебя заберут на ночь. Мы поспим спокойно. А она все no. Вот так вот. Блястючка, она так блестит, только за это купила. Ну что, ведь надо оставить, Маш, попробуй. Она не сладкая, она не будет. Ну, Маш, попробуй. Не жалко, все равно. Так, вырезать видео. Нет, хворост вкуснее. Да, хворост там, он послаще. 150 рублей. Ну, мы все наелись. Вика половину съела, мы с тобой попробовали. Ну, мы бы еще съели, если бы было. А что-то ее нет, мы торгуем тогда. Ой, а? Вчера? Ну, вчера была, сегодня приехала. Ну, что? И от жадности. Ну,
И ждем мы теперь обеда. Я перекусывала. Я что-то хочу геркулесовой каши. Начинается. Угу. Спроси, я могу сделать. Мы можем купить пакетики. И заварить. Чем говорить? 85 рублей, что ли, вот, в пакетик? 5, 8, ну сколько пакетиков? 5 пакетиков. И куда мы их повезем? Лучше коробку выкину пакетик-то. Я половину что-нибудь все равно тут выкину. Надо что-нибудь измазывать, омазывать. Я в душ на 2 часа, меня не беспокоит. Да. Я буду вымыливать шампунь. И выходишь у себя. Будешь раскручивать туалетную бумагу роллом? Ну, попробую. Обычно пахлава. Пахлава. Вот пластали вкуснее, она слаще там. Угу. Чувствуется вкус орехов в грецке. Это так, чисто. Это даже не мед, скорее всего, а это. Угу. Сахарный. Ждем обедом. Буду монтировать видео. Сахарный сироп. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки ваши, Наташа.